Так, начинаем по принципу эргономики, да, вот положили человека, не отходя, так скажем, от каза, только что мы отработали спину, да, минимум движений ваших лишних, да, сразу переходим, начинаем с шеи. Для этого вам всего лишь нужно полшага сделать в сторону шеи. То есть ваша рабочая область всегда должна находиться ровно перед вашим пупком. Работайте с лопатками здесь, да, работайте вот в сторону с лопатками, развернулись вот под 45 градусов с лопаткой. Разработайте с ягодицами, развернулись к ягодицам под 45 градусов. Понимаете, вот вы экономите, работаете с середины спины, вот так вот находитесь, да? Работаете со всей спиной, то есть вот середину участка, примерно на уровне его пупка располагаете свой пупок. То есть у меня, вот видите, чуть-чуть я перешагнул, и вот стал ниже, зато моя рабочая область находится напротив пупка. По сути, нам важен, конечно, не пупок, это я так называю, да? Просто есть энергетический центр ниже пупка, на 4-5 сантиметров ниже. Это точка даньцянь, ну, в китайской терминологии, которая отвечает за нашу физическую работу. Она нам дает силы и, собственно говоря, легче нам справляться, когда у нас руки тоже возле нее, возле этой точки работают. Вот, так что мы переместили на полшага сюда корпус тела, да? И, соответственно, вот начинаем обрабатывать волосистую часть головы, где она начинается. Там практически сосцевидные отростки, это все шейные вот эти вот мышцы, они сюда крепятся. Вот тут, где череп идет. Надеюсь, видно, да? Здесь мы пальчиками вот так вот делаем с обоих сторон, с остальными большими пальцами, с остальными указательными. Получается как бы и разминание, и такие небольшие тыки, как бы вот так вот, да, вот как бы тыком вот эти точечки, определяя, где зажим, где блок находится. Проходимся всю шею вот сюда, да? Проходим шею посередине, но это такой же принцип, как и на ногах и на руках, мы будем разделять условно на две линии. Ну, грубо говоря, мышцы так и находятся здесь. Одни слева, одни справа, да? Вот берем левые мышцы, да, и разминаем их. Можно дойти до конца крепления, где крепится вот эта вот ось лопатки. Сюда крепится трапециевидная мышца, да? Вот до нее доходим. Большими пальцами вот так можно отдельно вот так размять. Всей ладонью можно все вот это захватывать мышцы. Видите, от шеи прям беру вот всей ладонью. И вот до сюда дохожу. И то же самое с этой стороны. Просто развернули, видите, полшага я сделал сюда, развернули корпус. Еще раз показываю, полшага сюда, развернули корпус. И не меняя телоположение своего, положение тела. А то некоторые начинают крутиться, бегать туда, потом сюда, вокруг стола, еще при этом руки отрывают от пациента. Но, ну, просто некомфортно ему, да, и вы замотаете столько бегать, да? Минимум движения, вот. Это все эргономику мы будем проходить отдельными приемами. Так, разминаем вот эти мышцы. Опять, соответственно, другой рукой мне удобнее держать, да, чем этой. Я увожу трапецию, разминаю пальцами до края и укрепления вот этой косточки, да, потом всей рукой и обоими руками. А теперь трение, растирание вот таким образом. То есть если мы какие-то поверхности ровные растирали вот так вот, помните, да, то сейчас мы растираем и развернув ладонью в обратной стороной практически вот этой вот мембраной. Это очень удобно на всяких выпуклых поверхностях растирать. Здесь, например, вот здесь вот. Вот. Это мы еще будем дальше делать. В данном случае у нас шея сейчас интересует, да, вот мы ее резко вот так вот растерли. И уводим вот все вот туда, прямо под трапециевидную мышцу. Вот туда вот. Кровь, лимфа, там много лимфоузлов. Вот туда подключиться стараемся, засунуть руки свои. Потом берем целиком всю шею и разминаем ее. Все вместе, левую и правую сторону вместе. И опять вот туда вот угоняем кровушку от головы вниз. Практически все мы делали вверх, да, раньше все наши движения. Но по сути вверх это куда? К сердцу. А тут мы в голове делаем от головы к сердцу, это сюда вниз получается. Вот, растерли и после этого меняем позу, моментально переходи сюда. И растирая обоими руками, опять же вот этими перепонками вашими, да, его трапециевидные мышцы, уводя от центра к
к периферии. То есть все мышцы мы стараемся от позвоночника отодвинуть в сторону, вот туда, да? Вот так вот отводим и переносим наш вес тела чуть пониже, чтобы давление оказывалось в него, да? Показываю, как мы растираем таким приемом, вот таким приемом, еще раз, вот таким приемом, вот таким. Перенося вес тела на эту сторону, захватываем трапецию. Это у нас первый сет получается нашего приема с шеи, да? Уходим вот сюда, всю мышцу прорабатывая. Заметьте, как я это делаю. Подхватил поближе, раз кусочек, да? Подхватил подальше, посередине, два кусочка. Подхватил краешек, три кусочка обработал. И с этой стороны симметрично. Раз, два, три. Далее наш прием заканчивается тем, что мы упираемся пальцами вместо крепления мышц. Вот тут такие точки из дырочки. Проработали их. И пальцы наши превращаются в лапу леопарда, которую мы разворачиваем наизнанку обратно. И работаем с плечевыми мышцами, отодвигая их в стороны, как бы отделяя от костей. По сути, рисуем эполеты вот так вот, как бы на нем нарисовали. Эполеты. Захватили вот эту часть, вот где холка, да, у человека. И как вот коврик или как кошечку так на себя ее вот так натянули всю эту кожу. Раз. И у нас руки стали в следующую позицию. На этом сет номер один работы с шеей закончен. Все остальное сет вы увидите, когда будете присутствовать на наших тренингах.